Цветы для Элджернона. Эта книга об умственно отсталом человеке, которому делают операцию по повышению интеллекта. Он становится гением, но эффект от операции недолг. Герой теряет разум и оказывается в приюте. Повествование ведется от первого лица и составлено из отчетов, написанных главным героем. Самая интересная книга имеет орфографические и грамматические ошибки, которые свойственны умственно отсталому человеку. После операции уровень его интеллекта повышается, и ошибки становятся редкими. Ошибки исчезают, но со временем появляются снова. А Элджернон — это мышь, которая выиграла гонку в лабиринте против героя.